Всем привет! Это привитые розы. И привиты они на бесшипный шиповник. Сейчас хочу их сравнить с родительскими кустами, с которых брались черенки для прививки. Насколько шиповник влияет в положительную или в худшую сторону на цветение. Если вам это интересно, то не переключайтесь. Начнем с этой розы. Прививки этой уже 2 года. В этом году это второе цветение. Название сорта будет в описании к этому видео. А ссылка на это видео будет где-то вот здесь, к верхней части. Итак, идем к родительскому кусту. Итак, форма цветка какая-то чуть-чуть иная. Но показываю, как есть. Это родительский куст, с которого брался черенок. Если так визуально, то там на шиповнике размер цветка больше. Особенно это было заметно в первом цветении. Идем обратно. Итак, теперь рассмотрим вот эту розу. Эта прививка делалась весной. Это здесь первое цветение. К родительскому кусту. Цветов здесь, конечно, меньше. Вот эти уже обрезались. Вот 1, 2, 3, 4. И здесь 1, 2. Все, больше цветов. А, вот еще один был. Там цветение гораздо больше. Вернемся. Итак, еще раз посмотрим. Это видео тоже скоро выйдет. И третий, вот эти все прививки одинаковые. Если смотреть, то вот это одна прививка. Эта прививка тоже делалась весной. К родительскому кусту. Ну, вот так выглядит куст, короче. Он тоже был посажен весной. Показал, как есть. Надеюсь, сравнение вам понравилось. По мне, на шиповнике роза лучше себя чувствует. Особенно вот это. Всем добра!